мы проводили два полномасштабных матча подряд для того, чтобы показать наиболее эффективную динамику. И нам получилось увеличить количество болельщиков, которые пришли заранее, то есть больше, чем за 2 часа на стадион, концерт начинался. С 3000 до 10000, и на втором матче это было с 7 до 18 тысяч болельщиков. Сейчас я покажу несколько слайдов, как это было,